Скажите, пожалуйста. Точно из Тюмени? Точно. Сергей Щербаков. Так. Павел. Павел Рызов. Так, команда как называется? У вас команда Урал. Четыре машины. На чем выступаем? Марк, Чайзер, Альтеза и Шестерка. Вот Шестерка — это, наверное, гвоздь программы. Да. Ее долго ждали на кольце. Какой двигатель Шестерки? 1.6 кубовый. Двенашки, по-моему. Русский, в общем. Да, он сбывал ее. Родине не изменяли. Он вообще не изменяет. Это Челябинск, сейчас новый парень. Ну, рассказывайте про себя. Вообще расскажите, на чем доехали. Доехали, вот на коровке. Так, вот. Тянули на догадке. Вот автомобиль, который будет выступать завтра на дрифт-битве. Вот на чем он приехал. А вот чем его притащили. Вот написано Tourer Venom, но я думаю, что... Слово сказать, 91-го года, мотор 1.3 на автомате. Попробуйте повторить это. Номера 72-е, действительно. Почему в Красноярск ездить? Такое собрание всех пилотов России только в Красноярске. Неужели? Да. Два же близко, и я знаю, наверное, и Москва, и там... А там все... меньше участников. В Москве нет Владивостока. Сюда приезжают Владивосток, Москва, все. А с Владивостоком? Это центр России, можно сказать. Общаться. С Владивостоком интересно, да, кататься? Ну да, парни, неплохо. Не только кататься. Как погода у нас? Дождика не боитесь? Неделю тепло. Ну, хочется, чтобы не было дождя на соревнованиях. У нас прошлый год же дождливый был. Отсюда куда? Домой или? Да. Домой. Следующие планы на следующий год или в этом году что-то будет? Ну, у нас свой чемпионат на Урале проходит. А там сколько машин, где проходит? Там Тюмень, Челябинск, Пермь. Три города. Где катаетесь? Четыре этапа прошло, остался финальный в Челябинске. Где катаетесь? В смысле, где? Ну, трасса где там? А, у нас нет, порой такие обычно. Парковки в спортивных центрах. Парковочный дрифт. Парковка. Ну, да. В Челябинске там Ледовая арена, трактор, там большая парковка, вот выкладывается площадка, так катаемся. Нет стационарных трасс. Хорошо. К сожалению. В Перми этап проходил там на стационарной трассе Картинговая. Ну что так, первый опыт был у нас такой. С вылетом, с копанием червей. С первым переворотом в истории. Да, даже лучше, да. Ну я знаю, что в прошлом году вы на этом марке на самом сюда приехали. Да. Ну, Красвон Альтеза своим ходом приехала. Вот та розовенькая. Да. Есть еще сумасшедшие. Но... У них тягач сломался, только от Тюмени отъехали. Бросили его и поехали своим. Шансы свои оцениваете как-то? Или... Ну, хочется в 2.32 попасть. Для начала. А там дальше уже как мать пойдет. Так, пойдем вашу команду снимем. Это Омск? Да, Глеб Шапор. А он какой-то более свежий. Ну, он покрасил зимой. То есть он ездит, после да? После Астаны у него задницы вообще не было. То есть он еще и в Казахстане, да, катается? Да, он Кубок Астаны. Александр Соловьев, чемпион Уральской лиги дрифта 2011 года. Да, это такой у них язык, невербальное общение, сразу видно. Я видел сейчас, как эта шестерка ехала с Альтезой. Да, вот Денис Домнин. В принципе, не уступал. Челябинск. Не уступала ничем. Ну спасибо, ждем результатов выступления у нас в Красноярске. Приезжайте к нам почаще. Каждый год. Молодцы.